Ну что, всем привет, это третий по счету выпуск. Ну такой проходной выездной выпуск. Заехал в репу, мы приехали в Сергиев Посад, дом офицеров нам предоставили какие-то гримерочки, такая довольно классная, ну уютная. Принесли только что микроволновочку, очень удобно. Зал я поснимал, вы посмотрите дальше. Вот, все довольно прикольно здесь. Вот тут, короче, такие царские, вообще прям дико все в занавесочках. Идем. Все как в театре. Красиво, да невозможности. Балкончики. Там Паша на сцене идет. Сама сценка. Что делаешь? Струн меняет. А зачем?